В этом году в Ленинском районе Бреста был объявлен конкурс компьютерного рисунка «Мой Брест. 1100 лет» среди учащихся первых десятых классов. Организаторами выступили администрация Ленинского района и Международная компьютерная академия «ШАГ». Порядка 30 школьников и юных компьютерных гениев, используя современные компьютерные технологии и креативный подход, показали, каким они видят свой родной город через 100 лет. Отрадно, что в большинстве работ, наряду с интересными какими-то дизайнерскими решениями, с новыми изданиями, которые появятся, мы видим все-таки самые любимые и известные далеко за пределами нашего города здания. Ваша фантазия показала, что город может быть разным. Вы применили современные технологии, вы показали, каким вы его видите. За это огромное спасибо. Развивайтесь в мире IT. Потому что каждая ваша будущая профессия по-любому связана с персональным компьютером, по-любому вы будете работать с ним каким-либо образом, и чем больше вы связаны с персональным компьютером, чем больше вы увлекаетесь им сейчас как инструментом, а не как игрушкой. Подведение итогов конкурса компьютерного рисунка «Мой Брест. 1100 лет» состоялось в администрации Ленинского района. Организаторы вручили всем детям дипломы и памятные сувениры. Особо отличившихся призеров ожидали памятные подарки и бонусы. Яна Ахримок – самая юная участница конкурса, но это не помешало девочке одержать победу. Эти зимние каникулы Яна проведет в компьютерной академии «ШАГ». Несмотря на наличие высоток и небоскребов, картинка получилась необычно легкой. За фонтаном, но нашим новым, на Советской, стоят несколько небоскребов с зелеными балконами. И для того, чтобы в городе Бресте был чистый воздух и побольше зелени. Велодорожки для того, чтобы велосипедом и другим транспортным средством было удобно передвигаться. Фонтан я решила оставить для того, чтобы город и его жители помнили о тысячелетии города Бреста. 3D-графика, 3D-модели, фотошоп для Алины Грицовой – это давно знакомые слова. Девушка имеет свои интересные наработки, ей присущ неожиданный взгляд на вполне привычные вещи. Заняла почетное 3-е место. Много зданий, они более высокие, там новые технологии, машины какие-нибудь. Может, даже роботы будут ходить по улицам. Судя по проявленному интересу, энтузиазму и полету фантазии участников, сомнений в том, что у конкурса «Мой Брест. 1100 лет» будет продолжение, не возникает.